Друзья, всем большущий привет! Сегодня буду делать самоделку для отдыха. С наступлением тепла на подобные качественные изделия продавцы взвинтили цены. Я подробно расскажу про все этапы работ и укажу все размеры. Если кому-то понадобится чертеж, напишите в комментариях, и я скину. Всем приятного просмотра! В магазине я купил две доски и несколько брусков, начиная с доски шириной 150 мм. Отмечаю и отрезаю отрезок длиной 960 мм. Для работы я буду использовать самый обыкновенный инструмент, который есть в каждом доме, и постараюсь озвучить все размеры, чтобы при желании каждый мог повторить данную самоделку. От левого края полученного отрезка ставлю метку на расстоянии 410 мм. Через эту метку провожу линию по угольнику и на ней ставлю метку на расстоянии 120 мм от перпендикулярного края доски. С левой стороны отрезка ставлю метку на расстоянии 20 мм параллельно торцу доски. С правого края делаю то же самое, но отступаю 60 мм. Теперь соединяем три полученные метки. Далее справа в нижнем углу рисую квадрат со сторонами 20 мм и провожу диагональ. Теперь размечаем будущее отверстие. От торца отступаю 335 мм, от нижнего края 35 мм. Готово. Отрезок размечен, можно вырезать. Вот что вышло в итоге. Сверлим намеченное отверстие. Я сверлю на 8, но впоследствии рассверлю пером на 16. Если кто-то будет делать подобное, сверлите сразу на 16. Таких заготовок понадобится 2 штуки, поэтому я просто обведу полученную деталь на такой же доске, а затем вырежу. Две одинаковые детали готовы. Идем далее. Теперь поработаем с доской шириной 100 мм. Как и в первом случае, от края отступаю 960 мм, а затем отрезаю. Готово. От правого края ставлю метку на расстоянии 490 мм. Провожу линию. И на этой линии ставлю метку на расстоянии 90 мм от верхнего края доски. Далее справа от верхнего края отступаю 30 мм и ставлю метку. Слева отступаю 35 мм и ставлю метку. Теперь соединяю эти три метки. Далее размечаем отверстие. От правого края отступаю 575 мм, а от верхнего 35 мм. И сразу же его сверлю, затем вырезаю саму деталь. Готово. Теперь с левого края подрезаю уголок, отступив 20 мм. Мне нужна еще одна такая же деталь, поэтому, как и в первом случае, я ввожу на отрезки такой же доски и вырезаю. Сверлю отверстие. И с этими деталями закончено. Далее от брусочка 20 на 40 мм отмечаю и отрезаю отрезок 450 мм. Таких отрезков нужно 5 штук. Далее от такого же брусочка отрезаю 5 отрезков длиной 490 мм. Далее укладываю бруски вместе и, отступив от края 10 мм, отчерчиваю линию.
и в каждом бруске сверлю по два отверстия сверлом на 3. Теперь тут же до середины просверливаю сверлом на 8. Чтобы не откалывались края брусков, я использую тупое сверло по металлу. Вот что в итоге вышло. Теперь немного уберу заусенцы. Буду использовать болгарку с установленной подошвой для наждачных кругов. Далее мне понадобится обыкновенная медная втулка для соединения кабеля, зажимая ее в тиски и разрезая пополам. От метровой шпильки М10 отрезаю отрезок 500 мм. Чтобы не испортить резьбу, использую самодельные накладки на губки тисков. Далее берем наши большие заготовки и укладываем друг на друга, как на видео. В отверстие вставляем медную втулку. Теперь совмещаем углы заготовок и временно крепим саморезами. То же самое делаем и со второй парой заготовок. Теперь переходим к сборке нашей самоделки. Тут ничего сложного. Все соединения я дополнительно проклею, а уже потом стяну саморезами. Чтобы спрятать саморезы, я вклею в углубления, которые засверлил заранее сверлом на 8, обыкновенные шканты, затем срежу их за подлицо и зашлифую. Вот так-то лучше. Наша самоделка полностью готова, за кадром я покрыл ее антисептиком и можно пробовать. Друзья, как многие уже догадались, у меня вышло отличное складное кресло, очень прочное и красивое, главное сделано своими руками. На отдыхе вообще незаменимо, можно взять хоть на рыбалку, хоть на шашлыки, можно просто использовать на даче. У кого идет стройка, такое кресло вообще можно сделать из обрезков и при этом неплохо сэкономить на покупке магазинного хлипенького варианта.
Поделитесь своим мнением в комментариях, кто что думает, очень интересно узнать. На этом у меня все. Всем отличного настроения, мира, добра, до новых встреч, всем пока-пока.